Привет всем! Сегодня у нас 57-й день, как мы выращиваем растения в аэрогардене. И мы решили их уже высаживать в огород, потому что они уже перерастают. Ну, как бы уже нормальная погода на улице, уже можно все это дело высадить в землю. Так вот выглядит наш огород. Сегодня 12 мая, опять похолодало, рассада вся высажена, клубника цветет, сетка натянута. Растения я высадила. Клубничную грядку решила посадить базилики. Вот так вот они сейчас выглядят. Это наш самый главный помощник. А в помидорную грядку я высадила кустики петрушки и укропа. Также у нас в этой грядке растет петрушка с прошлого года. Салатик. Цветочки наши. Мяту и чабрец я решила посадить в горшки, чтобы они росли и можно было их потом забрать домой. А там у нас под укрытием высажены огурчики. В общем, высадили все в огород. Следующим этапом посадим что-нибудь в аэрогарден новенькое, интересненькое. А пока что оставайтесь с нами. Всем пока!